Yeah, sounds good. I don't really know what you're saying, but... Всем привет из американской школы. Я вам обещала показать. Это то таинственное место, которое вы хотели увидеть. Снимать здесь запрещено, но я добилась возможности. Схитрила, так что сейчас вы увидите школу, и я надеюсь, что вам понравится видео. Так выглядят локеры. У каждого локера есть свой номер. Чтобы открыть локер, нужно ввести свой код. Как показывают в американских фильмах, локеры обычно очень убраны и все в них красиво лежит. На самом деле у меня там лежит пару книжек и мусор. A bunch of rubbish in my locker. Except for books. Так выглядит класс обычный. Все парты рассчитаны на одного человека. Это сделано с целью того, чтобы не списывали, я думаю. Также, что интересно, в их школах можно сидеть вот так. И никто тебе ничего не скажет. Можно прямо во время урока так сидеть. Еще здесь классы всегда украшены, стараются создать творческую атмосферу. Но при этом школу никто не любит. Задания мало, но школу никто не любит. Даже творческая атмосфера не помогает. Этот класс бродкастинга. Здесь делают школьные новости. У них есть свое телевидение, и каждый день в 10 часов в течение 10 минут мы смотрим школьные передачи. What are we doing in broadcasting class? What are we doing there? Mm-hmm. We go over here and we set up the announcements on here. I didn't know that. We put the it's our secret. We put all the announcements on here and we take this little mouse. And we stand back and turn on all these lights, and they're really bright. And then the camera is going to be right there, and you have this down here. And you scroll it down and read the announcements from there, just anything about school. And then after that, there's still time to fill up, so you make skits or you do news packets and other things to fill up time, interviews, anything. It has to be like 8 minutes long, so. Thank you. No. Can you show me your Snapchat again? Меня записали на Snapchat. Я говорю по-русски, потому что Бэйли попросил меня говорить по-русски. Выглядит школьная библиотека в Америке. Также здесь очень интересно книги берут. Мы просто расписываемся на бумаге, а у них целая система компьютеров. They don't do this in Russia? We don't have like all the computer stuff and the ID like... number. Oh, really? Okay, hold on. Okay, type in your number. This is so exciting. It's so funny. And you get a bookmark. Вот так выглядит американская столовая. Также здесь есть микроволновки. Сейчас не время ланча, так что попасть туда никак нельзя, но это место, где раздают подносы и еду. Еда здесь отвратительная, честно говоря. Часто дают картошку фри и гамбургеры. Гамбургеры сделаны с соевым мясом, так что с полезным питанием здесь большие проблемы. You wanna say hi? Sure. Tell who you are. Am I ready? Yeah. Hello, I'm Coach JJ, and I'm the track and field coach here. And I had my Russian beauty for track and field, and she is awesome. We had a lot of fun this year. We're gonna miss her next year. And I love her dearly. She learned how to triple jump, long jump, and she ran, and we had a great, great time. We're gonna Thank miss her. Thank you. I'm gonna miss everybody. Yeah, you're gonna be gone for long. Okay, let's go show the gym first and then go back.
What is it? What's this? Mm-hmm. The gym. The high school gym. We're entering the high school gym. And we're not sure we're allowed to. Oh, well, just go anyways. Hi. Он, в принципе, не сильно отличается от нашего. Я надеюсь, не получу мячом по голове, но вот так выглядит спортивный зал в американской школе. What is interesting that this seat, what do they do? Like, they roll? Yeah, they come out and they like, all push the air. This seat, they come out and people can go up and sit on them. Like, right now, they all look like a wall. So, that's interesting. Okay, let's go. Okay. А это двери так выглядят. В Америке сдают такой экзамен ACT, и на стене, который вы сейчас увидите на экране, написаны имена людей, которые набрали на этом экзамене больше 30 баллов. Do you like your school? Yes, I love my school. It was so... Wait, how do you say yes in Russian? Да. Да. Тебе нравится твоя школа? Да. So funny. Wait, you want to have a conversation with me in Russian? Привет. Oh, crap. Say the same thing. That's good. That's good. No, I said hi. Хорошо. Okay. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как дела? Хорошо. Хорошо. Bye. Ну вот. Okay, one more thing. What time is it? Do you have your phone? Oh, yeah. Don't take it. 3:37. Okay, I have 2 minutes and then I have to go back to my class. Я сбежала с своего класса, чтобы все это поснимать. Так что представляете, какие жертвы я пошла. Урок прогуливаю. В школе есть водные фонтанчики. У нас я таких не наблюдала нигде. А здесь это обычная вещь. Вот так вот подходишь. Нажимаешь на эту кнопочку, появляется вода, и ты ее пьешь. Вот такая экскурсия по американской школе. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующем видео. Так что удачи вам и пока. Say bye. Bye. Yay. How do you say it in Russian? Пока. Пока. Пока.